Вот, короче, с вами опять я, чуваки. Сегодня 10 января, и в такой великий день я пью чай с лимоном. Я бы в такой великий день хотел бы поздравить с днем рождения величайшего видеоблогера Украины. Да-да, не удивляйтесь. Серегу Челякова. Сегодня у Сереги Челякова день рождения. Вот. Поэтому, не знаю, смотришь ты мой канал сейчас, Сережа, или нет. Но я тебя поздравляю с днем рождения. И на днях вышлю тебе подарок. Ну, ты знаешь, на подарки я не мастак. Вот, вышлю тебе на PayPal $10. Только ты сначала мне напиши, потому что я не знаю, этот PayPal еще действует, нет. Короче, свяжись со мной в личке, короче. Вот. А также поздравляю с прошедшим днем рождения величайшего блогера Америки и Индианаполиса Юрия Мельникова. Юрий, поздравляю! Я хотел тебя вчера поздравить, выслать сообщение в личку, но у меня какая-то фигня была с интернетом, я так и не отправил. Если ты смотришь этот ролик, Юрий, поздравляю, короче, я тебя тоже. Вот. Что еще хотел сказать-то? А, Арслан из Австрии делает офигенные розыгрыши сейчас. Так что, чуваки, заходите на его канал, принимайте участие в его розыгрышах, конкурсах, да. Ссылочка будет под видео. Либо ссылочка, либо название его канала. Я не знаю, успеет он мне ссылочку свою скинуть или нет. Ну, короче, как-то так. Вот, короче. Ну, вроде как с поздравлениями разобрались. С рекламой Арслана разобрались. Вот, осталась у нас бутылочка виски, да? Вот многие пишут, нахрена ты выставляешь свое дешевое пойло, да? Ты же спортсмен, там, туда-сюда. Во-первых, я не спортсмен. Во-вторых, пойло не дешевое. Ну, это, может, дешевое, да? Я, у меня там и покруче выставлял. Но это, да, я соглашусь, это еще дешевое. Хотя, я думаю, вы такое, ну, пьете только по праздникам сами. Вот. Критиковать-то, ну, мы все умеем, да, а на деле, ну, вы поняли, короче. Не буду плохие слова говорить в этом видео, потому что Арслан из Австрии попросил быть культурным в этом ролике, вот. Надо держать слово, буду культурным. Вот, короче. А, кстати, опоили, да, почему я пойло-то выставляю? Так это мои спонсоры. Вот вы ходите на футбол, да, на хоккей, там рекламные такие щиты, там, Хайникен. Водка там, Абсолют или еще там что-нибудь, да? Вот, вы ж не говорите им, уберите свои рекламные щиты с дешевым пойлом. Потому что это спонсоры, это мои спонсоры. Да-да, не удивляйтесь, мои спонсоры Джек Дэниелс. Вот, ладно, все, уже почти 4 минуты я говорил, да, ни о чем. А теперь буду говорить о чем. Помните, я в одном из роликов, я говорил, что я писал Дмитрию Клокову, чемпиона мира по тяжелой атлетике, а он мне не отвечал, я с ним хотел подружиться. А вы мне написали, что он мне даже коммент писал. И потом действительно я поискал, да, и он мне действительно написал два коммента даже. Я и не знал, что чемпион России по тяжелой атлетике смотрит мои ролики, да, ролики тупого грузчика. Ну, для меня это, ну, за честь, да. Даже не стыдно, так сказать, в куртке за 25 баксов так сниматься на камеру, да, и не стыдно, короче говоря, вот. Чё я сказал-то? Причём здесь куртка? Вообще не понимаю, почему. Ну ладно. Так, короче, вот Дмитрий Клоков, чемпион мира по тяжелой атлетике, он смотрит мои ролики, оказывается. Он мой фан. И Илья Ильин тоже смотрит мои ролики. И вообще все кореша Клокова смотрят мои ролики. Вот.
Я в шоке. Такого не ожидал. Вот. А еще мне многие рекомендуют подписаться на один канал. Там такой канал для начинающих, кто хочет заняться штангой, да, тяжелоатлетикой. Для начинающих очень хорошие там ролики есть, да, как рывок делать, как толчок, там, как приседать, да. И там есть такой тренер на этом канале, его зовут Рашид Царнаев, вот. Тоже чемпион. Вот. И вот многие мне рекомендуют на этот канал подписаться, да, чтобы я посмотрел этот канал. Так вот, я вас хочу обрадовать, чуваки. Я на этот канал уже давным-давно подписан и смотрю Рашида Царнаева. Уже давным-давно, ну как давным-давно, месяца три. Вот как я штангу на помойке нашел, так я на этот канал подписался. Но это еще не все. Оказывается, Рашид Царнаев, он тоже смотрит мой канал. И даже коммент недавно оставил на моем ролике, да, в котором я говорил, что я не кушаю анаболики, я не, даже не кушаю спортивное питание, у меня нет режима, у меня нет тренера. Так Рашид Царнаев мне написал, что он мой тренер. Вот! Так что у меня уже тренер Рашид Царнаев. Врубаетесь? Хотел сказать плохое слово, но не скажу, обещал Арслану из Австрии. Вот. Рашид Царнаев, мой тренер, короче. Врубаетесь? Какая слава приходит постепенно тупому грузчику. А вы кричите, я пиарюсь там на чужих именах. Я Рашида Царнаева ни разу не писал его имя в моих роликах. А он моим тренером стал. Вот. А представьте себе, если я в роликах буду писать там такие имена, как Квентин Тарантино. Мне сразу главную роль в Голливуде дадут. Представляете? Вот это будет сделать. А если я напишу в заглавии ролика Владимир Путин, да? Да я уже в Кремле тогда завтра сидеть буду. Вы что, чуваки? Я, может, в президенты даже, в президента выбьюсь. С таким пиаром, да? Простой грузчик, да, тупой грузчик из Швеции. Становится президентом Российской Федерации. Так что, если у вас какие-то просьбы есть по России, да? Просьба, предложение... Вы их мне сейчас говорите, чтобы я их запомнил. А то, что когда президентом стану, вы же до меня уже не дозвонитесь. И я вам сейчас все сделаю, чуваки. Давайте, говорите. Кто там отсоединиться хочет, да, от России? Кто присоединится? Вот. Сейчас мне в комментах пишите. Я все сделаю, короче. Вот. Потому что потом, не дозвонитесь. Вот, короче. Кстати, как только президентом стану России, присоединю обратно Украину к России. Вот. Вот, короче. И нефть буду им бесплатно давать. Вот. А то у меня там бабушка живет с теткой. Вот. Я так подумал. Пусть лучше мы в одной стране будем жить, чем в разных. К чертям. Присоединю обратно Украину. Все, я решил. Вот, короче. А я ем, кстати, сейчас тортик. Наполеон. Сейчас. Вот, смотрите. Юлькина бабушка сделала мне. Вот. К дню рождения отмечать будем завтра, но, наверное, завтра уже ничего не останется от этого тортика. Ну, посмотрим, короче, посмотрим. Вот, короче, вот такой вот вам ролик небольшой, да, не информативный, не интересный. Кстати, а видите, опять с ножа ем. Мне говорят, с ножа есть нехорошо. Вот. А мне нравится есть с ножа.
Знаете почему? А я им сказал, почему у меня такая привычка? Потому что когда я служил в морской пехоте, я просрал свою вилку и ложку. У меня был штык-нож всегда с собой. И всегда, когда мы были на учениях, да, я всегда ел со штык-ножа. Вот эта привычка и у меня осталась. С ножа жрать. Извиняюсь, кушать. О! Ладно. Сейчас опять орать будет. Вот дает. Будем прощаться, короче, чуваки. Чао!